Сорт томата французские гроздевой. Это вот такая вот удлиненная сливка. Я люблю этот сорт за то, что у него урожай просто невероятный. Каждый год он выдает очень высокие результаты. Это высокорослый сорт. Высота куста может быть до 2 метров. И дальше может расти, если не остановить рост этого куста. Пасынков, то есть боковых побегов, образуется мало, поэтому не нужно тратить силы на формирование куста. По некоторым данным, есть такие сведения, что получалось собирать с одного куста до 20 кг томатов. По срокам созревания он считается поздним, так как созревает в августе. Плоды собраны в кисти по 10-20 штук. Вот такая вот удлиненная сливка. Масса одного плода от 90 до 100 грамм. Томаты подходят для цельноплодного консервирования, для приготовления соков, паст, соусов. И выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплице. Всем советую попробовать этот сорт вырастить. Урожаем всегда останетесь довольны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.